В Новополоцке нишу жилищного строительства занимает открытое акционерное общество «Трест номер 16». Это один из основных застройщиков города. При строительстве объектов, возводимых «Трестом», используется продукция филиала завода крупнопанельного домостроения. Арматурный, формовочный, бетонно-сырьевой цеха снабжают «Трест» необходимыми стройматериалами, а также обеспечивают запросы сторонних организаций. Изделия КПД – основная продукция, выпускаемая заводом, но не единственная. В 2019-м предприятие освоило выпуск новых видов изделий. В 2019 году наш завод освоил два вида новой продукции. Это стойки ЛЭП, значит, которые мы выпускаем на первом пролете. Было закуплено 8 форм, значит, и сбыт у нас в основном идет на Российскую Федерацию. Опоры ЛЭП – вид продукции для нашего региона не новый. Тем не менее, завод КПД взял ее на вооружение и поставляет на экспорт. За 2019 год было экспортировано продукции более чем на 600 тысяч долларов США. Новополоцкое предприятие выпустило более 3500 метров кубических данной продукции. В 2020 году планируется увеличить выпуск до 6000 кубов. В прошлом году также была закуплена и сертифицирована установка по производству колец для строительства подземных коммуникаций. Мы закупили новую установку для выпуска колец в России, значит, с сланцевым соединением. Это для своих нужд, больше для подземных коммуникаций, ну и сбыт больше в основном для нашего треста, ну и сторонним также организациям производится реализация. Освоение новых видов продукции и поиск новых рынков сбыта – сегодня основа конкурентоспособности на строительном рынке, одна из возможностей увеличения рентабельности. В 2019-м объем товарного выпуска завода КПД вырос. Объем товарного выпуска по сравнению с 2018 годом в 2019 году вырос на 122%. Заработная плата за декабрь месяц составила 864 рубля, что на 25,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года, 18-го я имею в виду. Напомню, в 2015 году на заводе КПД завершилась масштабная модернизация, проведено обновление производственных мощностей, монтаж финского оборудования. Это позволило на тот момент наладить выпуск новой продукции и увеличить объемы производства при экономии ресурсов. Ирина Шипко, Сергей Пальцев, Вектор ТВ.